Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сегодня официально представил временно исполняющего обязанности губернатора Магаданской области Сергея Носова. Церемония прошла в региональном правительстве. Напомню, в понедельник Владимир Путин принял отставку бывшего главы области Владимира Печенова и подписал указ о назначении Носова, который до этого занимал пост мэра Нижнего Тагила. Если бы был такой универсальный рецепт, по которому можно развить любую территорию, то развитие, наверное, было бы простым процессом. Но простым процессом не является. Сейчас перед Сергеем Константиновичем стоит достаточно сложная задача. Он должен полностью разобраться в экономике Магаданской области. Он должен разобраться в социальной сфере. Он должен предложить свое видение дальнейшего развития. Очень важно расставить правильно приоритеты. Выбрать реальные точки роста, которые вытянут за собой остальных. Но здесь предстоит еще разобраться, опять же, в том заделе, который был сделан до этого. Много интересных наработок, их надо лучше взять и попытаться, и обязательно попытаться реализовать.